Центр Курска, улица Радищева. Портал в канализацию накрыли листом фанеры и фрагментом плитки. По соседству еще один опасный участок. На крышку люка поставили стул, рядом зияют дыры. Такая ситуация в городе, увы, не редкость. Люди ездят, машины здесь, они вон снегом занесены, не видно, застревают машины, бывают здесь даже. И вот там люк стоит тоже открытый, кто-нибудь будет идти, могут провалиться. Конечно, опасно, особенно на дорогах. Машины ездят, аварийные ситуации сдаются. Дети ходят в жилых местах, падают, ну то есть небезопасно это. Ну вот, например, у нас во дворе не то что проблема открытого люка, люк провалился. Вот, и делать его невозможно. То есть туда вставили елку, вот она у нас так и стоит. И теперь все местные знают, что там ехать нельзя, потому что колесо может остаться. Вот, но те, кто в гости приезжают, могут повредить машину. И еще есть проблема, если люк упадет дальше, у нас очень много детей, могут дети туда упасть. Больше всего открытых люков зафиксировано на территории Сеймского округа. Проблемные участки специалисты Центра управления регионом вносят в карту опасных объектов. Мы, конечно, будем стараться привести все в полное соответствие и закрыть все оставшиеся объекты на нашей карте, сделать их зелеными точками на этой карте. Поэтому для этого, конечно же, мы и продолжим работать как с городом Курском, так и с Комитетом региональной безопасности. Данная работа поставлена на поток, и если раньше мы там в течение недели долго ждали выезда хотя бы на два люка, то сейчас в течение недели мы закрываем довольно-таки большое количество. Полностью решить проблему довольно сложно. Крышки люков часто воруют. За их кражу может грозить до 5 лет лишения свободы. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.